Здание детского сада номер 110 «Мальвина» на проезде Менделеева на верхней террасе уже более 50 лет. Работы по его благоустройству уже частично выполняют. В одной из групп идет косметический ремонт, который планируют закончить к 15 августа. Частично обновлено и само здание, и территория вокруг него. В данном детском садике уже проведены большие ремонты. Мы заменили кровлю, заменили асфальтовые покрытия. Были выделены деньги на МАФы детские, чтобы они были не опасными для занятия наших детей. Однако родители воспитанников считают частичный ремонт недостаточным и общим состоянием детского сада недовольны. Дело в том, что на первом этаже в старом здании завелись насекомые. Несколько обеспокоенных родителей даже предложили сделать ремонт за свой счет. Они подошли и говорят: мы в такую группу своих детей не поведем. Предоставьте нам другую группу. Я говорю: ну как бы у нас там тоже дети, мы же не можем сейчас с той группы сейчас детей как-то это. Они говорят: или давайте тогда мы так, мы сейчас нанимаем бригаду, все здесь сделаем, но за садик платить не будем. На жалобы родителей отреагировала специальная комиссия, которая приехала в детский сад. Проверку провели комплексную, оценили и оснащение учреждения, и работы, которые ведутся. Опасения родителей по наличию тараканов, к сожалению, подтвердились. Подняли линолеум, и тараканы поползли. Вы обратили на это внимание? Да, да, да. Здесь и могут быть и мокрицы, все что угодно. Первый этаж, соколь ленточный, подвал сырой. Подвала вообще нет. Подвала вообще нет. Поэтому на земле здание стоит. Поэтому это издержки старого строения, которому уже сколько лет? 53 года. 53 года. Сейчас в помещении начали демонтировать подстилающие плиты из древесно-стружечного материала. После этого будут менять полы. Материалы для ремонта уже закуплены на бюджетные средства. Юлия Руднева, Улправда ТВ.